Картину, которую вы нам передали, не есть реальный Снейдерс. Это очень хорошая копия, даже может быть ученик Снейдерса, но не Снейдерс. Исключено. Музей закрыт для посещений. Человек, передавший мне картину, под следствием. Ну, экспертизу проводил господин Андерсон. Это лучший специалист по фламандской школе. Я должен возвратить вам копию. Да подождите вы. Я уже заплатил этому реставратору деньги. Свои деньги. Доллары. 300 000. Это ваши проблемы. Мне кажется, вас очень обманули. Игнатьев слушает. Вы просили информировать в отношении нашего пациента, Сидицкого? Да. Мы его переводим. Судебное отделение закрывается на ремонт. Переводим за город, в 16. Как его самочувствие? Без изменений. Все домики клеит. А когда его переводят? Сегодня. Глянем. Вроде дышит. Музыки-то сколько? Тебе сейчас больше похоронный марш подойдет. Ребят. Да вы чего, ребят? Стой, где стоишь? Совсем обленился, Скотт? Давай в темпе. Да все, ладно, он отбегался. Гораздо ты все обосрать. Забирайте шиза и все бумаги.
Его здесь нет. Да вот он. Заканчивайте. Милый ты мой. Ничего. Я тебя вылечу. Пустой это, солист. С таким диагнозом не выпускают. Так уже выпустили. И мне нужно, чтобы он все вспомнил. Это тот мальчик, который тебе копию всучил. Он, сволочь. Представляешь, подставил меня на 300 штук. И сколько он там пробыл? 2 года. На допросе опера хотел побить. Но тот его припечатал, да, видно, перестарался. И сходу в психушку. Бывает. Значит, ты его 2 года стерег за 300 тысяч? 300? Да не те. Валюта, Георгий. Валюта. Афганский вечер воспоминаний. Че ты, Юж? Снова на аэродроме был? Я больше туда не поеду. Кать, откуда этот страх? У меня ж налетов до хрена. Я ж там в самое пекло лез, и ничего. А, Кать? Да брось ты, Юж. Ген, дай я еще раз попробую, а? Пальцем не дергай. Оп! Ну вот видишь, все получается. Ген, ну я у тебя возьму полтинник до субботы, а то хозяйка душит. А стипендия? Ты что, проснись, сокол, какая стипендия? Меня еще весной поперли оттуда. Я что же в таком виде в училище ешь? Чего сидеть-то? Иди сюда. Отстань от меня. Иди. Долго ждать еще? Ну, приехали.
Куда его? Сюда клади. Это что? Ты же говорил, поживет парень несколько дней. Клон, ты посмотри на него, а? Он живой хоть? Живой. Дочка, живой. Не уверена. Ребят, клон, давайте. Стоять. Ну что, успокоилась? Че надо-то? Да, в общем, ничего. Этот молодой человек поживет у тебя несколько дней. Парень хороший, тихий, спокойный, поспать любит. Очень дорогой для нас человек. Угу. Только нездоров. Доктор прописал ему покой, уход. Ну, вовремя напоить, накормить. В общем, будешь при нем. Все. Все. А задницу ему потирать не надо? Ну, если придется, подотрешь. Тут этот про деньги говорил. Знаю. 100 рублей в сутки. А если это... Не думаю. К тому же тебя подстрахуют. Не беспокойся. Они без твоего разрешения даже в дом не войдут. Очень спокойные ребята. Бром на ночь пьют. И вот еще. Захочет пить, разболтай пару таблеток на стакан. Как его звать-то? Звать? Зови Шизом, не ошибешься. I live in Manhattan. I live in Manhattan. I stay at Ritz. I stay at Ritz. I want white Rolls Royce. My jet is insured. О, good morning. Ты кто у нас по гороскопу-то? Весы. На, почитай. Слушай, ты Сидицким занимался? Я. Yeah. Пропал твой Сидицкий. 12-й километр, 2 трупа, сожженная скорая помощь. Кому он так понадобился? Ничего, непонятно. Вчера листал дело. Сидицкий Олег Михайлович, реставратор, снимает и прячет в запаснике музея картину фламандского мастера Снейдерса, а выносит из музея копию этой картины. Почему? Потому что умный. Ты же этого умного на следующий день взял. Может, он специально для тебя наследил? Это ж дело тебе поручили. Ты думай. Ты только не строй из себя обиженного. Не я же Сидицкого на допросах метелил. Да, не гоже подследственных в психушку загонять. Да, это еще повезло, что с тебя только звездочку сняли. Что это у тебя? Это нашли на дороге, где машину сожгли. Ты у нас весы. Ну, а я стрелец. Ну что ж, хоть спасибо за сигарету.
Чем от тебя надо? Пей давай. Ну, ты жрать горазд. Кстати, сортир на улице. Ты понял? Привет, золотце. А где наш жилец? А мы ему доктора привезли. Вставай, миленькая, лечиться будем. Ты пойди проветрись. Ну ты что, не поняла, что ли, а? Да. Правда. Иди погуляй. Доктор, сколько ей нужно погулять? Мне нужно часа 4. Давай топай. Отвезу тебя домой. Ну что ты здесь высидеть хочешь? Знаешь, я когда... Когда летал, все было по-другому. По-другому больше не будет, Юр. Поедем. Кать. Кать, найди мне невесту, а? Зачем тебе, Юр? У тебя уже есть. Вон сколько.
Светлана Петровна. Добрый день. Не узнали? Неужели так сильно изменится? Сильно. Майор Игнатьев. Капитан. Может быть. Давайте поднимемся к вам, а то на улице как-то неудобно. Ну, знаете, это смотря что. Да, я понимаю, вас там наверху, наверное, ждет роскошный ужин при свечах, да? У вас богатое воображение. Если я вам понадоблюсь, пришлете повестку. Сидицкий исчез. Не перестарайся, Георгий. Клин вышибают клином. Слыхал про такой метод? И вообще, солись, не души в затылок. Олег звонил вам? Откуда? С того заведения, куда вы его упрятали? Неужели ни разу не звонил? Знаете кого-нибудь? Из мужчин кого-нибудь? Что с Олегом? Вот этого, например. Я не знаю. Женщина, его мать. А мужчина? Я не знаю, никого не знаю. Что с Олегом? Понятно. Но если вдруг он объявится, сообщите мне. Вы же знаете мой телефон. До свидания. До свидания. Светлана Петровна. Почему вы ни разу не навестили его? Ой. Тут нам общий привет. Опять нажралась. Оф. Ты спишь? Нет никакого океана. Плевала я на этот океан. Можно самолетом. Только денег много надо. Шиз. Ты живой? Шиз, ты живой? Сейчас. Сейчас, Шиз, сейчас. Thank you.
ничего не получится. Я, во всяком случае, пас. Пойми ты, это наука. А я положил на твою науку. Я хочу, чтобы он все вспомнил. Можешь содрать с него кожу, можешь подключить его к розетке, делай, что хочешь. Но он должен вернуть мои деньги. И забудь про свою науку. Вот в жизни я не видела человека счастливого, если не бухой. Нет, пока мать не померла, хорошо было. Я санитаркой работала. Вертолетчика привезли. Я блевать побежала. Сплошное месиво. Все сказали, хана, отбегался. А я загадала, если он выживет, у меня все хорошо будет. Наверное, потому что первый раз человека такого видела. Я от него не отходила. Понимаешь, когда Юрка первый раз без костылей пошел, то весь госпиталь высыпал. А ты знаешь, что такое аэрофобия? Ну, он выжил, а летать не может. Боится. Я вот иногда думаю, а может, он зря выжил? Это же как на корабль попасть, а корабль потонет. Алди. Ты что делаешь-то? Я здесь сейчас... Давай, убирай ее отсюда. Ты что, заснул? Разворачивай свои шнуры. Клоун! Дай ему пару раз для разминки, пока наш доктор сопли жует. Во, разбушевались. Прибьют они психа. Остальных зови. Ребят, вас солист зовет. Ключи от машины ищи. Да куда ты? Открой, а? Ты что? Ты что? Ослеп, да? Отвали. Чего? Я не знаю, как машину водить. Ключи давай. Ключи давай. Ну что, похож? Нет. У него глаза были такие колючие. А, привет. Здорово. Проходи, садись. Нет, не хочу. Вот, точно, вот он там был. Он, точно я помню. Вы уверены? Он у них был главный. Точно он. Кость, разножь. И отдай ребятам в картотеку, пусть посмотрят. Да. Игоря позовите. Нет его. Он что, на работе? Нет. А где? А чего, очень нужен? Нужен, раз спрашиваю. Может, передать чего? Скажите, пусть позвонит Игнатьеву. А он вас знает? Знает. Очень хорошо знает. Так ты нормальный, что ли? Что ты психом-то заделался? А чтоб не скучно было.
На твои дела с солистом мне наплевать. Но я в это дерьмо из-за тебя села. Поэтому будет правильно, если ты мне чуть-чуть отстегнешь. Тебе же все равно помощник нужен тачку водить. У тебя же с этим беда. Такса или аккордно? А я не жадная. Можно аккордно. Перегон до города штука. Сколько? Две? А не мало. Значит, три. Едем или тормозить? Едем. Откуда знаешь клоуна? Ой, тебя это не касается. Ты давай не умничай. Откуда? Ну, в карты он меня выиграл. Что-что? Не помню я. Брутом или Секу. Извини. Далеко еще идти? Нет. Мама, да? А это что такое? Это значит, что нам пока везет. Привет, Юр. Привет. На океан едете? Угу. Нам твоя драндулетка нужна дня на два. Поможешь? А это что за машина? А эту машину уже ищут. Понятно. Спасибо, Юр. Просыпайся, океан. Смена лошадей. Давно тебя ищут? Я вчера по ящику показывал. Ну что, познакомились? Юра. Олег. Что-нибудь еще нужно? Рабочий комбинезон. Юра, ты не волнуйся, мы тебе все-все вернем. Спасибо. А что, страшно?
знаешь, велел тебе позвонить мне. Где солист? Я не знаю. Чего пристал ты? Где солист? Он же убьет меня. Добрый день. Да. Здравствуйте. Эй, хорошо. Ты куда? Мать, ты что спишь? Вторую неделю в инженерном молю, ну? Постарайся побыстрее. Сюда сейчас придут люди. Как я устал. Пойдем домой. Ты мне даже не позвонил. Я знал, что ты придешь. Так должно было быть. Ты даже это просчитал. Да. Пойдем. Ненавижу. Я ненавижу твои. Я тебя ненавижу. Я ненавижу все эти твои звонки, допросы, твоего следователя. Ненавижу твой голос, твое лицо, твои деньги. Я ненавижу. Ты. Ты 2 года ждала, чтобы вот это мне сказать? Да. Света! Но мне же некуда идти. Я знаю. Видишь, Олег? Ну, нельзя все просчитать. Открой, а? Давай поглядим, может, подменили. Фашист! Ну что, ты оглох, что ли? Можешь заткнуться хотя бы на полчаса? За оскорбление штраф 500. Да, да, 500, штука две, только заткнись. Ты можешь полчаса помолчать? Годится. И, кстати, ты записывай где-нибудь, сколько ты мне должен. А то получится, как с моим папашей. Он меня первый раз увидел, когда я в 5 классе училась. Страшно удивился. Он, оказывается, всегда думал, что у него мальчик. Ничего, да так? Красивая, да? Да. Только у нее платья такого никогда не было. Тебе действительно нравится? Тебе действительно нравится? У мамы никогда не было такого платья. Я очень ждал тебя.
А мне некуда было идти. Иракли. Катя. Вот уж кого не ждал к обеду. Мне нужен Сидицкий. О чем ты, начальник? А? Ну-ка, посмотри. И не проси. Я занят, начальник. Солист, я ведь знаю, что парень вчера тебя кинул. На этих фотографиях должен быть человек, который его прячет. Посмотри внимательно. Ну что, будем смотреть или мне вызвать группу, чтобы тебя взяли за нападение на скорую? Гарантии нет. Гарантия — твои деньги. Красивая женщина. А он кто? Для вас никто. Он всегда был на дне. Вы так глубоко не ныряете. А где Катя? Переодевается. А. Извините, что долго. Прошу к столу. Спасибо. Откуда у тебя эта машина? Ну, а это не его машина. Он вообще не умеет водить. А вы, Катя, хорошо водите машину? Конечно. Машину вожу. Мотоцикл. Троллейбус. Самокат. Дирижабль. Что ты еще? Давай закурить. Тебе же нельзя, Иракли. Сегодня большой день. В этой жизни можно быть кем угодно, бухгалтером или космонавтом, любой знаменитостью. В итоге все равно лишь несколько дней, которые помнишь. У меня их было 10. Сегодня 11.
Олег. Я договорился. Сначала деньги. Тебя будут ждать на 80-м километре Южного шоссе под мостом в 13:00. Возьмете мою машину. Рейс 19:20. В 17 вам передадут все бумаги. Ты все запомнил? Да. Извините, Батон и Ираклий, я вам больше не нужен? Нет, дорогой, до понедельника. Передай привет твоим. Что с тобой? Я виноват перед тобой, Ираклий. Да. Я должен был быть на ее похоронах. Самое тяжелое, когда невозможно объяснить. Я сам был бедным когда-то. Я знаю, что такое гордость. Мне ведь тогда передали твою записку. Нет, я не испугался, что ты меня правда убьешь. Я просто не хотел никакого скандала в тот день. У меня к тебе просьба. Что? Подпиши, если можешь. Что это? То, что ты не возражаешь, если меня похоронят рядом с ней. Ты что, Ираклий? Одна надпись. Ираклий Харадзе. На камне достаточно места. Подпиши. Все заверено, только твоя подпись. Ты сделал больше, чем можешь себе представить. Здесь еще одна бумага. Это завещание на дом и машину. Теперь все это принадлежит тебе. Можешь даже выгнать меня отсюда. Зачем? У меня больше никого нет. Знаешь, я очень устал. Thank you.
Нет, Юр, ты меня извини, но никак не получится. Алло, а машина твоя в порядке, она стоит в гараже. Хозяина зовут Ираклий. Да, сворачивать к Серебряному Бору 13-й километр. Угу. Шиз. Кать. Шиз, они нас нашли. Кать. Это сами Шиз. Кать. Кать, что случилось? Вставай, Шиз. Кать, что случилось? Кать! Давно я тебя не видел. Как живешь, Ираклий? Живу как пенсионер. Проходи. Спасибо. Что ты такой участливый? Столько лет ни слуху, ни духу. А тут как живешь, Ираклий? Да все дела, дела. А сына ее, Олега, давно не встречал? С тобой, мужик? С сердцем, что ли? Пойдем, у меня есть капли в будке. Ничего, я на воздухе посижу. Но я сейчас. Эй, мужик! Теряем время. Где они? Уехали. Ты же знаешь, он взял мои деньги и должен их вернуть. Когда-то между нами было больше доверия. Потом ты ушел из-за нее. Ираклий. Тебя хоть раз побеспокоили за эти годы? Я тебе отдам все, что у меня есть. Да. Ты можешь отдать за него деньги. Но я не для того пас этого мальчика 2 года, чтобы он так просто соскочил. Посмотри, солист. Койка еще теплая. Переверните весь дом. Здесь эти гниды, здесь. А я ведь чуть тебе не поверил, Ираклий. Нет их нигде. Не заставляй меня делать то, что я не хочу делать. Еще раз, Ираклий. Где они? Шиз, родненький.
Придумай что-нибудь, а? А, сейчас. Сейчас все брошу, буду придумывать. Нет, Шест, ты действительно идиот. Ты знаешь, я первый раз нарушу наш закон. Но ее сына я тебе не отдам. Вот так-то, солист. Тихо! Крыша. Чего смотрите? Быстро на крышу! Быстро наверх, быстро! Ну вот, Иракли, сейчас приведут Олега, и я настругаю из него ремней. Иракли. Он не дышит, солист. Что это? Ну что, мальчик-то не по зубам, шустрый мальчик, да? Стой.
Стой. Не уезжай без меня. Я брат, солист. Только ты мне больше не нужен. Все, солист. М-136-00-132-Эй. Б-662-37-807-С. Г-052-34-106-Эй. Л-413-28-406-Би. Г-528. 11-315-15. В костер. Все. Банкноты в сумме 300 тысяч долларов официально изъяты из оборота. Согласно этому документу, вы можете получить их в любом отделении нашего банка. Поздравляю. Спасибо. Это просто работа. И еще одна маленькая процедура. Она поможет нам избежать недоразумений. Прошу. Теперь эти деньги получит только обладатель этого пальца. Ее тоже? Да. Все в порядке, пошли. Шиз, я не пойду. Что? Быстро на таможню. Скажи, что ты меня любишь. Ты понимаешь, что ты несешь, нет?
Хватит, у нас мало времени, мы опаздываем. Значит так, слушай меня внимательно. Сейчас ты пройдешь таможню, поднимешься на борт и будешь ждать меня там. Ты все поняла? Шиз! Ну что, Сидицкий, по-прежнему себя считаешь умнее других? Уезжаем? Пытаемся, майор. Капитан. Где расписка? Какая расписка? Расписка на валюту, которую ты сжег. Ну что, может, у нее спросим? Ну давай, Сидицкий! Pardon me. Light? Thanks. Not at all. Are you a tourist? Or here for good? Вы туристом или уже один навсегда? For good. Навсегда. For good. Никогда не простишь. Ашис. Закурить дай. Никогда, да? Спички дай. Сейчас. Сейчас. Что ты ржешь, а? Что ты ржешь? Твои деньги там-то, плыви, догоняй. Это моя доля.
Моя плывишис. Шизофреник. Господи, ну за что? Почему я люблю эту дуру?